Добрый день, уважаемые друзья! Интернет-магазин Antelife.com.ua представляет вашему вниманию новинку среди планшетов Pippo M9. В данный момент у нас версия без 3G. Моделька является одной из первых, которые были построены на мощнейшем четырехъядерном процессоре Rockchip 3188. Планшет обладает 2 гигабайтами оперативной памяти, 16 гиг на борту. Две у него есть камеры, задняя и передняя, а также 10,1 дюймов экран с разрешением 1280 на 720. Модель очень долго ждали. Процессор Rockchip 3188 уже себя проявил очень хорошо, значительно мощнее он аналогичных Allwinner A31, Exynos 4412. Именно поэтому планшеты на данной платформе очень популярны. Давайте посмотрим, в какой комплектации поставляется наш Pippo M9. Приходит он с завода вот в такой вот оригинальной коробке. И дополнительно идет вот такая вот коробочка, в которой прилагаются все кабеля комплектационные. В коробке помещается только сам планшет, пакетик и оригинальная пленка. Вот такая вот. Также есть гарантийный талон от производителя. В дополнительной коробочке у нас есть много интересного. Давайте посмотрим. Есть зарядка. Переходничок мы долаживаем самостоятельно. Есть у нас книжечка, инструкция для пользователя. Есть USB кабель. Есть OTG кабель. А также стандартные наушники. Наушники вакуумные. Сам планшет у нас выполнен традиционно из хороших материалов. То есть сзади у нас есть алюминиевая крышка. Вот это по бокам пластик. Пластик вот такой вот рифленый. В точечку, не скользит в руках. Есть официальный логотип Pippo. Задняя камера на 5 мегапикселей, вспышка, дырочка для ресета. Из кнопок и разъемов у нас есть разъем под CD-карточку, наушники, USB-хост, USB для подключения к компьютеру, микрофон, HDMI, мини-HDMI точнее, разъем под зарядку, кнопка включения и кнопка Escape, выход на рабочий стол. Спереди на планшете есть у нас... Есть у нас камера и датчик освещенности. А также обращаю ваше внимание на то, что все планшеты, как эта модель, так и другие модели, поставляются с завода с не совсем идеальной заводской пленкой. То есть, уважаемые клиенты, не пугайтесь на новой почте, когда получаете планшеты, любую другую технику, тому, что пленка поцарапана. Пленка и существует для того, чтобы экран под низом был в идеальном состоянии. То есть вы видите, в каком состоянии сейчас вот эта пленка. Так, перейдем непосредственно к нашему планшету и к его работе. Как мы видим, очень яркий, очень хороший экран. 10,1 формат экрана, размер 16:9 формат. Разрешение 1280 на 820. Экран у нас очень хороших, передает хорошие цвета. Очень быстрый планшет в работе. Все столы листаются максимально быстро. Ничего нигде не глючит, не тупит. Давайте посмотрим технические характеристики и сколько наш планшет набрал баллов в Antutu. В Antutu, как мы видим, 17.117. Это, в принципе, стандартный показатель для Rockchip 3188. Это показатель, который превышает показатели аналогичных моделей с четырехъядерными процессорами от Allwinner и Exynos. Давайте посмотрим то, что нам показывает Antutu. Итак, мы видим разрешение экрана 1280 на 752. Мы видим 2 гига, реальных 2 гигабайта оперативной памяти. Мы видим 16 гиг встроенной памяти. Есть у нас также две камеры, задняя на 5 мегапикселей и передняя на 2 мегапикселя. Прошивка у нас заводской Android 4.1.
Прошивки мы не перебиваем, потому что с завода приходит планшет в идеальном состоянии, с идеальной прошивкой. Если что-то где-то, когда-то какие-то надобности по прошивке, по смене прошивки есть, то обязательно мы это делаем. Как мы видим, прошивка практически с идеальным русским языком. Есть вот две софтины китайскими иероглифами, все остальное полноценно на русском языке. Есть виджеты у нас, которые, ну, стандартные. Информация, а давайте посмотрим информацию о планшете, где у нас предоставлена сборка, версия ядра, версия Android, непосредственно наша модель. Так, мультитач у нас на планшете присутствует. Экран у нас 10-точечный. Давайте посмотрим, проверим. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот они все, все есть, все работают. Так, давайте посмотрим, какие у нас датчики присутствуют. В принципе, планшет новинка. Многим будет, наверное, интересно посмотреть Z-Device тест. Планшет не дешевый, а поэтому есть хорошие датчики у планшета. Так, начнем с того, что есть у данного планшета Bluetooth. Через Bluetooth вы сможете подключать клавиатуры, мышки, любые Bluetooth устройства. То есть очень удобно в плане подключения дополнительных устройств. Есть также датчик освещенности в нашем планшете, который работает корректно. Есть у меня лампа. Видите, что зеленая полоска максимально. Я убрал его от лампы. Дальше обращаю ваше внимание на то, что в данном планшете, так как модель является игровой моделью с мощнейшим 4-ядерным процессором, есть полноценный гироскоп. То есть эта функция, этот датчик может использоваться в современных играх, в стрелялках, то есть чтобы управление игрой было еще реальнее, еще интереснее. Также на камере, на задней камере присутствует у нас вспышка. Вот она работает. Перейдем к самому планшету, к его возможностям в работе с интернетом, с играми, с видео, с музыкой. Хочу сказать сразу, что экран очень хороший. Я вот держу, наверное, на камеру тоже довольно-таки хорошо видно, что экран очень яркий, цвета не преломляются, не искажаются. Яркость у меня сейчас стоит на минимуме. Вот ее максимум. Скажу сразу также, что разница между минимумом и максимумом не столь значительна. Так, перейдем к галерее. Галерея есть у нас в заводской прошивке, представлены несколько фотографий. Очень ярких, очень хороших. Можно быстренько их вот так вот просмотреть, поклацать. Также тут можно увидеть, что работает акселерометр, то есть переворот изображения. Далее, видео. Видео у нас воспроизводится легко, любые форматы, без конвертации. Хочется сказать, что вот эти два динамика сзади, раз и два, очень громкие и могут перебивать даже звук обычных динамиков от компьютера, там, от музыки и тому подобное. Планшет отлично работает у нас также с YouTube-приложением. То есть онлайн воспроизводятся любые фильмы хорошего качества, быстро, без задержек и с хорошим звуком. Недоступны мультики в нашей стране. Ну ничего, сейчас найдем тот, который будет доступен. За время тестирования мной не было замечено, что у меня отпадает Wi-Fi, либо какие-то наблюдаются глюки, зависания. Было один раз, что немножко подвис, но буквально через 5 секунд он сам развис и начал дальше хорошо трудиться, работать. Так, далее. Skype. Skype у нас работает. Поддерживается видеосвязь, поддерживаются все голосовые микрофоны. Микрофон отличный у нас. Посмотрим, как наша модель работает с наиболее современными играми,
как хорошо она их воспроизводит и насколько быстро. Хочу сказать, что я запустил последовательно, без сброса кэша, без сброса оперативной памяти, вот эту игры. И еще The Tiger. Планшет абсолютно не тупит. 2 гигабайта реальных, 2 гигабайта оперативной памяти справляются просто супер. Я не видел только что в играх никаких лагов, глюков. Так, перейдем к камере. Камера у нас фронтальная 2 мегапикселя, а задняя камера у нас 5 мегапикселей. 5 мегапикселей у нас с автоматическим фокусом. То есть видим, что она фокусируется. Снимок у нас получается, ну я не скажу, что супер, но для планшета качество очень классное. Я такой камеры не видел нигде. В Спарках, в Ondi V972, тоже 5-мегапиксельная, тоже автофокус, но качество куда хуже. В целом, что мы имеем? Pippo M9, в данном случае без 3G, является на данный момент одной из лучших моделей на ROG чипе 3188. Модель не такая дорогая, ожидается, что куб U30 GT2 на ROG чипе 3188 будет, ну, гривен на 300, на 400 дороже. Модель с классной прошивкой идет с завода, две хороших камеры у нее, производительность сумасшедшая, то есть на данный момент пожелать чего-то больше не представляется возможным, да и нужно ли. Все игры играют супер, ничего нигде не тупит, очень удобно пользоваться планшетом и в книжной ориентации, в менюшке тут не перекручивается. Плюсом является отличный аккумулятор, которого хватает, наверное, часов на 5-6 в режиме игры, в режиме просмотра фильма. А также очень громкие и очень классные стереодинамики, которые располагаются сзади. В целом все. Смотрите наши обзоры, подписывайтесь на наш канал, покупайте у нас планшеты. А мы будем стараться проверять их перед отправкой по максимуму, чтобы наши клиенты были максимально довольны. antelife.com.ua. Делайте ваш выбор. Спасибо